Несколько раз пыталась укоренить лавровый лист, но почему-то у меня не получалось ни разу. Сегодня очередная попытка. Я посмотрела в интернете несколько видео и по рекомендации одного из роликов буду все делать, и через месяц посмотрим с вами на результат. Ну а пока что расскажу все по порядку. В пластиковые емкости с дырочками в донышке я загрузила универсальную землю, которую купили мы в магазине. И сверху на 1,5-2 сантиметра загрузила песочек, который предварительно просеяла и облила кипятком. Затем на деревце нашла веточки молодые и не до конца еще одеревеневшие. И оторвала их от основной ветки вместе с подошвой. Отрывается веточка очень легко. В магазине мы купили корневин СП, стимулятор корнеобразования у черенков, рассады и луковиц. Веточку выбираем так, чтобы на ней было несколько почечек. Листочки некоторые блогеры советуют обрезать полностью, некоторые обрезают листочки частично, часть листочка, так чтобы растению было легче снабжать питательными веществами оставшиеся кусочки листиков. Я листочки обрезала полностью. Отделенную веточку умакнула в водичку и припудрила корневином. Затем сделала небольшую ямку на 1,5-2 сантиметра в слое песка, который приготовила для посадки. Вставила туда черенок, немного уплотнила пальцами. Полила и накрыла плафонами. В качестве плафонов мы используем верх пластиковых бутылок с крышечками. Очень удобно. Когда нужно проветривать растения, крышечку открутил, проветрил и опять закрутил. Листочки лаврового листа очень ароматные. Их можно было бы использовать в пищу. Но мы лечили свое растение актарой, поэтому листики придется выбросить.